Ассаламу алейкум, дорогие сестры, уважаемые подписчики. Так, теперь смотрите, у нас сегодня очень много новинок. Так, шапочка, ткан ХБ. А вот сверху вот показываем, конечно, мы. Это ткан органзе. С этого модели все цвета есть в наличии. Иншалла, вот видео до конца посмотрите, мы вам покажем. Так, здесь у нас с компанией, конечно, это фирма вот Фирдавс. У нас хиджаб комплект, есть два цвета в наличии, молочного цвета и черного цвета. Теперь поподробнее мы вам все вот модели, которые у нас есть, покажем. Так, модели дубайские, ткань органзы. И еще вот так, с этого модели у нас есть два цвета в наличии. Давайте цвета покажите. Есть, вот, да, вот видите, с этого кольц. Тоже по одной вот стороны с этот камушками, другой стороны. Просто без камушка. Давайте вам покажу модель турецкий и дубайский, который показываем. Только с Турции и из Дубая. Так, по очереди мы вам покажем. Вот посмотрите видео до конца. Шифон с бархатом смешано, молочного цвета, бордового цвета, черного цвета и бежевого цвета есть в наличии. И белый цвет тоже. Так, 100% ХБ, модель турецкий тоже. Покажите, пожалуйста, производитель. Так, турецкий, 100% ХБ, это большое это для вот хиджаб, вот покрытие женщины, для просто... Это женщины тоже можно. С этого модели у нас 5 цветов есть в наличии. Молочный цвет, черный цвет, хаки цвет и серый цвет. Еще голубой цвет есть в наличии. 100% ХБ, модель турецкий. Так, дорогие мои, я сейчас вам шифон бархаты, которые вот турецкие, то есть, извините, дубайские, я сейчас вам покажу. Посмотрите, пока у меня шифон бархат, покажите, пожалуйста, сначала. Пока у меня два цвета в наличии, иншаллах, скоро другие цвета тоже будут в наличии. Сейчас у меня, вот видите, очень шикарная модель, шифон бархат, модель дубайский, очень большой. Вот с одной стороны есть камушки, те, которые без камушка хотят, может вот одевать с этой вот стороны. Шифон просто оригинал. Вот видите? Так, два цвета есть в наличии. Еще есть у нас гармошка, тоже новинка, модель турецкий. Белый с черным гармошка. Ткань. Так, бамбук. Очень мягкий. С этого модели черный цвет более. Мы, конечно, даже не успели, уже закончили. Тоже есть в наличии. Так, остальные модели тоже покажите, пожалуйста. Есть шифон, есть вот два вот так. С этого модели 5 цветов есть в наличии. Давайте одну вот, я вам вот здесь секрет вам покажу. Держите, пожалуйста. Теперь вот с этого модели вы можете 3 вот вида одевать. Значит, вот повседневнее, для молодежи тоже так можно. И вот другой стороны вот так одеть тоже можно. И вот таким формам тоже можно одеть. С этого модела у нас 5 цветов есть в наличии. Теперь дальше посмотрим. Есть черного цвета, бежевого цвета. Сзади тоже покажите. Светлый, вот видите, светлый молочный цвет есть в наличии. Зеленый цвет. Сзади тоже покажите сразу. Вот так, светло, вот зеленый цвет. Вот с этого модела я вам показала. Три выйди можно одеть. С черного цвета. Именно вот с этого модела есть в наличии. Я вам уже показала. Теперь дальше идем, дорогая. Покажите. С этого вот тигр. У нас, конечно, шарфы тоже были. К сожалению, мы уже закончили, дорогие мои. Платье очень большое. Так, шифон, оригинал, модель турецкий. Один стороны с камушками, а второй стороны без камушка. Как вот можете, как вам удобно, можете одеть. Есть у нас сатин еще. Да, давайте. Шифон, это шифон. Модель дубайский. Даже покажите этот, как сказать.
за другую вот сторону тоже покажите. Здесь без камушка можно одеть. Да, тоже производитель покажите. Модель дубайский. И сзади тоже покажите. Я сама прилетела вчера, дорогие мои. В статус даже от этого в Telegram вкладывали. Так, с этого модела два цвета только получили. Так, есть вот хамелеон цвет. Этот фиолетовый цветом смешано. Вот видите, модель просто шикарная. Я даже в пути была, объявила от Телеграма, что в наличии, но эти модели были у меня с собой, да, вот. Тоже вот покажите, сатин с этого модела. Все цвета есть в наличии. Черный цвет, молочный цвет. Один стороны вот все модели у меня камушка, второй стороны без камушка, дорогие мои. Теперь идем дальше. И здесь у меня ткань органзы. Теперь вот внимательно вот так посмотрите, идет вот стразиками, цепочками, да? Стразики тоже покажите вот здесь. Видите, один модель такая. И еще дальше теперь идем именно вот с этими, вот покажите вот это, пожалуйста. Похоже на это, только ткань бархат серого цвета. С бамбочками. А вот который до этого мы показали, только один бамбочка. Есть с этого вот бархата черный цвет. Так, фиолетовый цвет, молочный цвет и серый цвет в наличии. Вот видите. Теперь дальше. Который мы вам только что показали. Так, органзы. Так, здесь уже без цепки. Ну, вот это со стразиками, конечно. Только один вот в главном вот этот есть с бамбочками. Теперь с этого модель, именно вот с этого модель, все цвета есть в наличии. И черный цвет, серый цвет, темно-синий цвет, все цвета есть в наличии. Теперь дальше идем. Бордовый цвет тоже, бархат королевский, покажите, пожалуйста. Тут, конечно, оно очень скромное, со стразиками, без никаких бамбочками. Просто королевский бархат. Вот видите, и с этого с камушками. Дальше тоже идем. Берегите себя. Спасибо, дорогие мои.